Мотивация, то есть браслет мечта, то есть все, что помогает нам как-то поднимать руки, идти вперед. Являясь продвинутыми пользователями интернета, две подруги, Светлана и Юлия, выделили для себя очень интересную идею и начали изготавливать браслеты и кольца из металла. Я тогда думала об еще одной татуировке, и тут я подумала, зачем мне татуировка, если я могу написать свою мысль на браслете или кольце. И подруга у меня в прошлом закончила СФУ, факультет обработки художественных металлов. То есть она примерно понимала, как это делается. Сложнее всего, как признается Светлана, оказалось найти поставщика алюминия для заготовок. Для создания браслетов необходим пищевой алюминий, потому что он безопасен, легко гнется, не темнеет, не красит кожу и не вызывает аллергии. Девушки для начала обратились на Красноярский алюминиевый завод. Но, как оказалось, намного удобнее заказывать материал из Америки. На поиски материалов ушло где-то 2 месяца. Отработали технологию и до сих пор ее отрабатываем. Женщины заказывают про мужчин и про детей. Мужчины заказывают только про себя. Спортсмены заказывают что-то мотивационное, там, иди вперед, там, цель, вот это все. Но я тоже приложу руку к созданию браслета, так, главное поставить правильно. Фиксируем. И 2 удара. Ой, страшно. Какая кривая буква у меня получилась. Слушайте, ну это тут еще надо под линеечку и ровно, чтобы в ряд. Сейчас в планах у девушек расширить производство. Ведь уже сейчас заказы поступают со всего мира.